Ринг – более 200 юношей из разных регионов Сибири, и все рвутся в бой. В очередной раз принимаем первенство Сибири. Нам очень приятно, когда такое большое количество участников приезжает на Алтай. 16 весовых категорий, начиная от 37-40 килограммов, заканчивая самым тяжелым весом в 90. Те, кто уже вышел с ринга, делятся впечатлениями. Было бы сложно. Победил. Как вам соперник? Сильно, нормально. На открытие турнира приехала дочь Василия Данилова, которая, как никто другой, знает, что для ее отца значил бокс. Говорит, это была вся его жизнь, но увидеть такое количество юных спортсменов не ожидала. Я рада, что столько много воспитанников сейчас. Почему-то я думала, что сейчас как-то утихло это все, может быть, информации меньше. Но я поняла, что дело живет, вот, поэтому он бы очень порадовался, если это все увидел. Турнир пройдет в несколько этапов. Предварительные бои, четвертьфинальные, полуфинал и финал. Победители наградят 30 апреля в школе бокса «Алтайский ринг». София Яценко, Андрей Печоркин, «День с толком».